Всем привет, меня зовут Антон Бустер, и вы смотрите Sound Design Tools. Относительно недавно с моими учениками мы придумали создать отдельное комьюнити экспертов из мира звукового продакшена, где мы сможем рассказывать о плагинах, звуке, музыке, новостях и многом другом. А в последующем мы хотим создать возможность, чтобы каждый желающий смог поделиться своим опытом, экспертностью и конкретными знаниями в определенных областях. Обязательно подписывайся на наш телеграм-канал, а если есть предложения и пожелания, пиши на нашу почту. Первый наш пилотный выпуск мы бы хотели открыть известными уже всем плагинами и инструментами. Начнем мы с известного синтезатора Vital, а может быть Vital, напишите вы правильно, как в комментариях его называть. Это по сути бесплатный серум, и он не просто хорош, а действительно современный, наглядный и имеет понятный интерфейс. Привет серму за 200 баксов, который. Виталики можно редактировать и даже создавать свою форму волны из обычного текста, загружать свои сэмплы, добавлять, убирать гармоники, модулировать практически все, что угодно с помощью 4 LFO. Есть встроенные дилеи, реверы и прочие эффекты приличного качества. Идеальный вейвтейбл, чтобы начать освоение синтеза и сделать его центром вашей студии. Следующий у нас на очереди — это симфонический оркестр BBC от Spitfire. Аудиозвуки, которые записаны на культовой студии Made of Vale. Наверное, это один из лучших бесплатных плагинов для оркестровок. Но опять же, пишите в комментариях свое мнение. Библиотека с понятным, неперегруженным интерфейсом, с необходимым минимум настроек, включает в себя 33 оркестровых инструмента. Струнные, медные, деревянные, духовые и шикарная перкуссия. Идеален, как легкий старт написания оркестровой музыки. Звуки действительно великолепные и очень вдохновляют на использование, даже если вы далеки от классической музыки. Mandala 2 разработан компанией MTRA, за плечами которой более чем 10-летний опыт работы в авангарде интерактивного звука и музыки. Mandala — это мультиинструмент. Если описать его тремя словами, я бы сказал ambience, абстракция и шаманизм. Высокое разрешение исходных 32-битных сэмплов позволяет экстремально питчить и всячески манипулировать звуками, сохраняя при этом качество без артефактов. На данный момент доступны 3 бесплатные библиотеки, подойдет как саунд-дизайнерам, так и музыкантам. Valhalla DSP, ну я думаю, это классика, это надо знать. 3 бесплатных плагина от компании, чьи плагины просто must-have для любой студии. Первый — это Valhalla Super Massive, сочные облака реверберации, потусторонние задержки, фидбэки. Второй — Valhalla Space Modulator. Один из алгоритмов позволяет получить эффект фленджера, удвоение, эхо, реверберации и всевозможные их комбинации. Frequency, эхо, бесконечное глиссандо и убегающее эхо идеально подходит для психоделических эффектов. Ну и на этом наш пилотный выпуск подходит к концу. Нам очень важна сейчас на старте ваша поддержка, поэтому пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на наш телеграм. Ссылочка в описании.